Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Купил сегодня вот такой вот морской коктейль в рассоле. Я так подозреваю, что это гадость редкостная, потому что состав здесь такой вот: морепродукты отварные, соленые, кальмары, мидии, осьминоги, креветки. Вроде бы пока ничего такого плохого нет. Рассол. Вода, соль, регуляторы кислотности. Уже что-то настораживает. Винная, лимонная, яблочная и молочная кислоты. Усилитель вкуса и аромата, глютамат натрия. Сейчас уже во все продукты, я так думаю, начали ложить этот глютамат натрия. Консерванты Е211, Е200. Подсластитель сахарный, сахарин. Подсластитель сахарин. Ага. Пищевая ценность. Стоит это удовольствие всего лишь 100 рублей. Вообще ничем не пахнет. Очень странно. Каким-то брезентом, не знаю, или кирзовыми сапогами. Да. Что-то даже стрёмно есть. Вот что-то такое вот. Это моллюски какие-то. Но потом их надо оставить. Вообще не подцепляется. Вот что-то такое. Как резина какая-то. Как кислая резина. Вот это вот креветки. Ну, креветки, кстати, вроде ничего. Ну, рассол какой-то явно. Не особо. Вот это вот, что хоть, как хоть это есть, вот, что это такое вот. Какие-то уже без скорлупы они, что ли, что-то такое-то вот. Я даже не знаю, чего тут. Фиг поймешь, а. Из-за соуса, что у кальмаров, что у этих креветок, что у этой вот фигни. Странного вида. А вот тут еще осьминог есть. А что они его не порубили? Вот. Дурь какая-то. Осьминог какой-то грубоватый. Лучше, я думаю, вот этот весь коктейль для какого-нибудь салата использовать. Щупальца даже в осьминоге. А так есть что-то не особо. Какое-то вот отвращение даже вызывает вот эти вот штуки. Вот эти моллюски. Вот осьминог — другое дело. С вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интересней.